Жил себе парень, а потом его взяли, автомат в руки сунули и послали хрен знает куда в людей стрелять. Два коротких, третий протяжный. Ура! 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 А потом, когда там все переменилось у них. Вы что, я с Афгана? Эту самую гордость из него же щипцами вот так через жопу вынули. И что ты там делал в Афгане? Воевал! И за что ты там воевал? За победу! И что, победил? Вы откуда такие дерзкие, папаня? А мы из родительского комитета. Слушайте, а сколько мы не виделись? Лет 15? 20 лет мы не виделись. Я не понял, вы чё? Поехали Лёху помянем. Нормально. Ведро чёрной корки и ведро коньяка. Клоуны. Ну чё ты завёлся? Вот кафешка. Вот там сяду и посижу. И Лёху помяну. За встречу, Саня. А вы из спецназа? Из десанта. Моя мама вас очень не любит, потому что вы в одежде в фонтанах купаетесь пьяные. Ха! Есть купал! Ах ты, клоун! Так это же они. Итого. 3 сотрясения мозга, 4 сломанные руки, 2 сломанных носа, 2 сломанные челюсти, 4 сломанных ребер. Ну и там, по мелочам. Хорошо-то как, хорошо. Я ж на гражданке ни разу не дрался. Мы же бессмертные, пацаны. Если вместе будем, хер нас кто в землю положит.